азербайджанская военная машина, если даже на сейчас в более находится, так скажем, более хорошем состоянии, чем армянская, эта разница совсем небольшая. Азербайджан тоже обескровлен, тоже истощен. Он не в состоянии большую войну провести. Сейчас их войска, которые находятся в Кельбаджаре, Карвачаре и в Бердзоре, в Лачине, они находятся фактически в клещах, фактически в котле находятся. Там их истребить с востока и с запада ничего не стоит. Это хребет им переломать этим. Из запада, с территории Армении, с востока. Надо просто дождаться своего момента, когда Азербайджан в очередной раз впадет, а это не за горами, в очередной раз впадет в смуту, и мы сделаем свое дело. Только для этого нам надо молот оставить в виде Карабаха, хотя бы того, что он есть там. И, значит, соответственно, армянскую территорию, Салумурч по-армянски называется, да, оставить армянскую территорию для того, чтобы действовать в свое время, воспользоваться ситуацией, как воспользовался Азербайджан. Война не закончилась, нет, потому что все стороны остались неудовлетворенными ее результатами. Баки чох ширинде. Баку очень сладок. Ömrüm o behteler çağını sıçır. Ömrümü günümü karattım benim. Ay senin günümün ağını sıçır. Ayıp olsun sen. Ayıp olsun.